Здравствуйте. Сегодня у нас на обзоре зрелище фидерное Insert Polycarp от компании Bodyfish. Хотя я не знаю, почему назвали Insert Polycarp, но фиг с ним. Это идеи производителей. Хотя это фидер, но не знаю, почему карп. Ну ладно. Начнем с характеристик. Сейчас у нас на обзоре идет удилище трехметровое. 3 плюс 3, то бишь 3 секции и 3 квивертипа в комплекте. Тест у него от 30 до 120 грамм. Вот, вес у него грамм 400-450. Это удилище из бюджетных. Довольно-таки неплохое. Я когда начинал ловить фидером, я его себе взял. Оно мне понравилось. Ну и решил вам рассказать и показать, что оно вообще есть в магазинах. Вот, она довольно-таки удобная. Да, она считается и с бюджетной дубиной, но она для начинающего фидериста показывает очень неплохие характеристики. Я им ловил везде, и на реках, и на озерах, и на речках небольших, и на малых течениях, и на больших течениях, и даже без течений ловил этим удилищем. Она показывала везде себя хорошо. Я им год-полтора, наверное, отловил, потом перешел на более дорогое удилище, но это уже совсем других тем. Это классное удилище. Сейчас я распакую, покажу. Вот наше удилище, сделано оно реально качественно, оно за полтора года у меня показало только положительные эмоции. Ручка сделана из пробковая ручка, довольно-таки качественная, не облезла ничего. Ну, катушка держатель обычно классический, сверху у нас алюминиевый держатель, тут у нас пластмассовые колесико. Тоже с алюминькой. В комплекте идет 3 квивертипа разной чувствительности. Сейчас мы посмотрим. Ох, только свеженькая. Давайте мы это положим. Для недорогого сегмента квивертипы здесь мягкие, реально очень мягкие, качественно сделаны. Ни одно у меня не сломалось, хотя и траву она хайпанула, как сейчас говорится у нас. Ни разу, чтобы грязь там или что-то еще, никаких повреждений, ни краска не слезла за полтора года. Она у меня и ударялась, и падала, и что она только не сделала, и выжила, и довольно-таки до сих пор работают. Оно у меня как запасное теперь. Ну, где-то квивертипы сломаются или еще что-то, поэтому я его беру всегда. Давайте мы сейчас оснастим наше удилище. Я вам покажу, как оно забрасывает. Реально классное удилище. Всем советую, потому что оно отрабатывает довольно-таки качественно. На любых речках, на любых озерах оно везде всегда работает. Никаких там микропоклевки, что-то там не видно. Вот я ставлю желтый обычно квивертип и показывают самые мягкие поклевки. Вот, и поэтому никогда никаких докопались тут у нас. Ну ладно, потом уже совсем отдельная история. Вот, нас настили опять же катушечкой нашей, повесили кормушечку 70 грамм. Сейчас забросим. Опа.
свои понуры. Чтобы она не падала сразу. Это удилище. Будет нравиться, потому что это мое первое удилище фидерное. И оно всегда свои деньги оправдало. Наш трофей. И она при таком весе не ломается. Просто не болтает. Не ломается. Убивает. Даже ветер. Даже. Блин.
дыдочку попасть надо. Блин, травы нагнало. Тут свет. Блин, я сколько себя помню, это озеро, блин, чистят раз в 20 лет. Точнее, водохранилище, блин. Один раз на моей памяти его чистили, блин. Блин, тут травму поубирали. Приходят такие, как мы, с такими грузами чистят. Кубу кто спасибо сказал, как меня, блин. Какая рябь. Походу мы застряли. Походу мы в натуре застряли. Классно это же еще. Даже руками стоит. Все, что могли, собрали в этом озере. Ну, блин, травы хайпанули. Аж бурлит. Да, я это сделал. Я устал. Как будто с карпом боролся. Дуру, блин, вытащить за этим удилищем. Все говорят, китайские удилища говно, говно, ни хрена не говно. За такие деньги можно купить ее лучше. Потому что они менее чувствительны, они вытрабатывают свои деньги, блин, от и до. Красиво сделано и качественно. Одно такое, попробую с волжанку такой, вытащить хрен вытащить. Задолго здесь таскать. А вот дорогое, качество. Катушка, блин, самая дешманская. Такие громадцы, даже ничего не вылетает. В нашем магазине можно брать смело, и у вас ничего никогда не сломается.
проверенный лично. Знак качества. При совете ставили ГОСТ. Одобрен. Перелагать. Катушка тут только говно, нет? Валит? Думал, рассыпется. Сейчас достанем эту хреновину, которая к нам плывет. Подплывает ихтиандрская. Вот. Как я называл это, палтус. Ну, почти живое. Я видел себя в воде. Классно, классное удилище. Я никогда не жалел то, что я его себе взял, и не жалею. Отрабатывает, будет отрабатывать. И всегда будет отрабатывать. Не сломается ничего. Засрали. Сделаем итоги. А итог у нас один. Это классное удилище. Честно проверенное. Без обмана, без ничего. Это удилище отрабатывает. Будет у вас долгое время. Проблем у вас с ним не будет. Квертипы не сломаются. Даже если сломаются, под него можно купить квертипы. Это проблем нету. Не было у нас, по-моему, когда. Вот. Удилище классное, хоть оно и недорогое, но оно очень классное удилище, оно отработает и будет отрабатывать. Вот. Что можно еще сказать? А в принципе все. Удилище классное, добротное. Блин, у меня слов нет, потому что я знаю, я им ловил, буду ловить. И у меня больше слов нет. У нас сделано из карбона. Карбон качественный. Не было у меня проблем. Краска даже вот сейчас можно посмотреть. На ваших глазах тут ничего не поотваливалось. Мы его позасрали трахом, конечно, водой. Ну, ничего страшного. Вот так оно выглядит. Красивое, хорошее удилище. Ну, на красоту рыбаки не смотрят, но мне нравится. Он сделан реально качественно. За такие деньги это безусловный класс. Он будет у вас отрабатывать долго, долго и долго. А у меня на этом все. Спасибо всем за просмотр. Заходите к нам на магазин fishcom.by. У нас сейчас идут осенние скидки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.